это макароны с сыром. Вода начала закипать, и можно бросать наши спагетти. Вот такая кучка сыра получилась. Ну вот, макарошки сварились. Выливаем, конечно же, в раковину, потому что у меня ничего не получилось. Давненько я ничего не готовил на канале, поэтому всем привет, дорогие друзья, и это программа «Вкусная кухня» с Хабибуллиным Эмилем. Сегодня я буду готовить вкусное и при этом очень простое блюдо. Ну и вы его, конечно, все прекрасно знаете, это макароны с сыром. В общем, обязательно досматривайте этот ролик до конца, ставьте лайк, ну и погнали готовить! Чтобы приготовить макароны с сыром, мне понадобится, конечно же, макароны, в моем случае это спагетти и кусочек сыра. Конечно же, мне нужна кастрюля, наливаем сюда воду, вот, столько достаточно. Ко мне тут пришла Шустрик. Шустрик, привет. Теперь я включил газ, и надо дождаться, когда вода закипит. Также можно воду немножечко посолить. Вода начала закипать, и можно бросать наши спагетти. Та-дам! Да, я закинул их в горячую кастрюлю. Капец, я молодец. Ладно. Обычно в упаковках макарон пишут, сколько их надо варить. Например, вот эти спагетти надо варить 12 минут. А может, у вас другие макароны, поэтому смотрите обязательно на упаковку. Там все сказано. А пока варятся макароны, можно потереть сыр. Ну и, конечно, не забываем помешивать макароны. Вот такая кучка сыра получилась. Мадам, вы не хотите мне помочь? Вижу, нет. Ладно. Ну вот, макарошки сварились, а теперь нужен дуршлаг. Так, берем кастрюльку и выливаем, конечно же, в раковину, потому что у меня ничего не получилось. Все. А вы что, поверили, что ли? А думали, что я все в раковину, что ли? Нет, тут дуршлаг стоял. Ха-ха-ха-ха. Да, Эмиль лучший пранкер в истории. Берем тарелку. И высыпаем. Да. Та-дам! Та-дам! Ну а теперь, конечно же, весь сыр надо пересыпать сюда. Ну и вот, что у меня вышло. Посмотрите, сыр начал плавиться.
потому что макароны, спагетти еще горячие. И это сейчас должно получиться очень вкусно. Давайте попробуем. Да, столько макарон, спагетти, итальяно. Ладно, все, давайте пробовать. Возможно, чуть соли не хватает, но я сейчас это ел с сыром. Сыр дает такую некую соленость, поэтому, в принципе, даже очень даже неплохо. Даже чуть-чуть альдента, я бы сказал. Вот. А так обалденно. А вот что я вам скажу. Если у вас в холодильнике есть маленький кусок сыра, и в шкафу есть какие-нибудь макароны, то за полчаса можно делать обалденный себе обед или ужин. Если даже нет сыра, можно просто достать из холодильника кетчуп, также сварить макароны и заправить все это хорошенько кетчупом. Тоже получится очень вкусно, я пробовал, поэтому берите и делайте. Обалденно. Все. Мы с Мирянами в ресторан что-то устроиться. Уже 4-й выпуск готовлю. Все, я, короче, погнал. В ресторан шеф-поваром устроиться. Ну а вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну и ждите следующее видео. Пока!